Начало Махинимурти очаровывает Господа Шиву. Мы читаем краткое содержание главы. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Итак, краткое содержание 8 главы. В этой главе рассказывается о том, как Господь Шива, увидев Махинимурти, воплощение Верховной Личности Бога, в образе прекрасной женщины, потерял самообладание, и как он некоторое время спустя снова пришел в чувство. Когда Господь Шива услышал об удивительных деяниях Верховной Личности Бога, Хари, в облике очаровательной женщины, он сел на своего быка и отправился повидать Господа. Вместе со своей женой Умой и всей Пхутаганой, свитой из духов, Господь Шива приблизился к лотосным стопам Господа. Обычно призраки и духи не могут приблизиться к Господу, но в присутствии Господа Шивы это возможно. Есть примиряющий фактор. Как иногда ученики ссорятся, не могут видеть друг друга, но в присутствии гуру они собираются. Тем не менее, да, и как-то забывают, на какой-то время забывают об этих распрях. Этот фактор очень важен в нашей жизни. Высший фактор должен быть авторитет. Это как бы залог мира и развития. То есть принимать авторитет Бога должен каждый человек. И, например, Шрила Прабхупада говорил, что вот храмы, вот, или где проводится класс Бхагаватам, это место трансцендентное. Здесь мы не думаем о каких-то материальных противоречиях, разногласиях, ошибках друг друга, прошлых грехах, происхождении. Здесь мы не думаем об этом. В этом месте мы можем собираться спокойно. Здесь присутствует Кришна. Примиряющий фактор. И преданным это удается. Только преданным Кришне. Человек не предан, он не способен. Даже в храме будет ссориться, искать разногласия. Итак, Господь Шива приблизился к лотосным стопам Господа со всей своей свитой из духов. Выражая Всевышнему почтение, он восславил его как вездесущего Господа, вселенскую форму, верховного повелителя, мироздания, как сверхдушу, прибежище каждого и всецело независимую причину всех причин. Вот так он выразил почтение, вот в таком контексте. Господь Шива знает больше. Вот в этом контексте он говорил согласно своему положению. Это тоже важный момент, когда мы исполняем свой долг. Например, Господь Шива, его долг – это гуна-аватар во Вселенной. В духовном мире он не гуна-аватар, сада Шива, изначально он другой. Он как Нараяна. Но в материальном мире он принимает роль, должность, обязанность. Гуна-аватар повелевает гуной невежества. И с точки зрения вот своего долга, положения, он обращается к Господу. Вот такая точка зрения. То есть мы должны также сознавать свой долг и отношение с позиции долга перед Богом. Собственно, с этого начинается какое-то цивилизованное развитие, с осознания долга. И сам Господь Шива, у него нет никаких материальных обязанностей, он освобожденная Шива-татва вечная. Но с позиции долга он говорит, потому что он тоже выполняет обязанности. И даже Кришна иногда говорит с позиции своего долга,
когда он покидает Вриндаван, говорит о долге гопи, что он должен выполнить миссию. Итак, мы понимаем, как бы с материальной стороны Бога должны понимать, сознавать, и с духовной стороны, со стороны освобождения от долга. Две вещи вместе должны быть параллельно. Мы должны знать и материю, и дух, и то, и другое в сознании Кришны должно быть. Даже осознание души может быть и не в сознании Кришны, но вроде бы персонально. Поэтому то и другое должно быть связано с источником. Итак, здесь он выразил почтение вот таким образом. Как вездесущий Господь Господь, ты вездесущий, вселенская форма. Помянул, что он также вселенскую форму имеет. Верховный повелитель мироздания. То есть важно, важно, что он в присутствии своего свиты, который обожествляет его, он передает это все по назначению. Он действует как гуру. Как сердушу, прибежище каждого, каждого, каждой любой, то есть в том числе и Господа Шивы, каждого. И всецело независимую причину всех причин. Вот так Господь Шива говорит. Это очень-очень важно с точки зрения гуру Татвы. Понимать и представлять Господа таким образом. То есть гуру Татва – это представитель сверхдуши, не Кришна Татвы, а сверхдуши. Это очень важный момент. Духовный учитель – это представитель сверхдуши. А в конечном итоге это приводит к Кришне. Но мы должны представлять сверхдушу в этом мире с позиции долга и проповеди. И, конечно, мы знаем тайну сверхдуши, она исходит из Кришны, несомненно. И путь ведет туда, конечный, в обитель Господа. Но пока мы в этом мире, мы должны сознавать сверхдушу также. Не забывать об этом. Иначе мы ничему не научим, мы в расте запутаемся. Если мы только о Кришне будем говорить и пренебрегать сверхдушой, это будет серьезное оскорбление. Так в своих молитвах он описал истинное положение Господа. Затем Господь Шива поведал Господу о своем желании. Поскольку Верховный Господь очень милостив к своим слугам, он исполнил желание Шивы. Призвав свою энергию, он предстал перед ним в образе пленительной женщины. Увидев ее, даже Господь Шива оказался во власти ее чар. Лишь через некоторое время, по милости Верховной Личности Бога, он сумел совладать собой. Таково могущество внешней энергии Господа. Это внешняя энергия подействовала на Господа Шиву. Есть внешняя энергия в форме дурги. Она находится во власти Шивы. Она не может его очаровать. Это описанная история, что Господь Шива женился, принял его как супругу не потому, что был очарован, а потому, что это была молитва Вселенной. Необходимость была. Сама же дурга не смогла его соблазнить, очаровать. Но позже он принял его как свою супругу, и он в этих отношениях полноценный муж, любящий полноценный муж. При этом он отреченный одновременно, он Аватхута. Он Аватхута. Его нельзя пленить женскими чарами. То есть обычная внешняя энергия, но внешняя энергия, исходящая непосредственно от Господа Кришны, она выше. Это, по сути дела, йога майя. Она может выполнять функции и маха майи. И вот тут Господь Шива не завладал. Это был сам Господь, предстал в этой форме. Если кто-то предстанет в очаровательной форме перед Шивой, он сразу увидит там джива, греховная джива, он сразу увидит это. Он не очаруется формой. Мы тоже развиваем такое видение, чтобы не очаровываться просто внешними факторами, которые не соответствуют внутреннему содержанию. Женщина красива, не означает, что она совершенна. Мужчина сильный, могучный, не означает, что он совершенный. Если мы принимаем это как совершенство, мы ошибаемся. Итак, здесь вот такая тонкость, видите, еще также непосредственно может повелевать внешняя энергия, не только Шива, но и Верховный Господь. Угу.
Женский образ способен пленить любого обладателя материального мира, обитателя материального мира. Однако, по милости Верховной Личности Бога, любая душа может выйти из-под влияния Майи. Это было показано на примере Господа Шивы, величайшего преданного. Сначала он был очарован красотой Махини Мурти, но потом, по милости Господа, сумел совладать с собой. В этой связи говорится, что только чистый преданный способен противостоять чарам Майи. Вот это критерий чистоты, способность противостоять чарам внешней энергии. Насколько мы способны к этому, настолько мы продвинуты духовно. И если у человека нет, ну, настоящей авторитетной духовной практики, это невозможно. Я помню этот пример, когда ученики с осуждением стали говорить про Упади, о священниках. Был скандальный случай где-то в Европе, что священники стали уличаться в каких-то греховных связях, там что-то такое было. Ну, это обычная вещь, происходит такое. И они с возмущением стали говорить про Упади, об этом с осуждением. Но Прабхупада сказал, но на материальной платформе это невозможно, не осуждайте. Они пытаются выполнять свой долг, но поскольку они на материальной платформе, они невозможны. Им нужно дать сознание Кришне, развить сознание. То есть Прабхупада без осуждения к этому относился, он просто видел тату, суть. И если мы увидим суть, то мы не будем осуждать никого в этом мире. Даже самых ужасных людей мы не будем осуждать, просто будем понимать, что им нужно дать сознание, развить сознание. Осуждение не спасет нас, никого. Но нужно развить сознание Кришны. Поэтому Прабхупада по всему миру распространял. Во всех странах без исключения. Это и Россия, и Америка, то есть враги, друзья, неважно, политика. Он всем подряд распространял по наставлению Господа Читания. Все должны получить этот шанс. Это единственный способ вот, противостоять Майе. Это иллюзии двойственности, дружбы, вражды и прочее. Удостоившись милости Верховной Личности Бога, Господь Шива вместе со своей женой Баваней и спутниками, духами, почтительно обошел вокруг своего повелителя и вернулся в свою обитель. Завершая эту главу, Шукадева Госвами описывает божественные добродетели Уттамашлоки, Верховной Личности Бога, и провозглашает, что прославлять Господа можно с помощью 9 методов преданного служения, начиная со Шраваном и Киртаном. Уттамашлока, собственно, связана с этим Шраваном и Киртаном, имя Господа. Уттама значит трансцендентный, и шлока означает, ну, как бы прославление, выражение. То есть его можно описать только трансцендентным звуком. Поклонение Господу называется поклонение Адхокчадже. То есть то, что нельзя описать материальными понятиями. Адхокчадже называется. И поклоняются тоже не материи, а то, что нельзя описать при помощи материальных средств. Или придумать, или обнаружить экспериментом. Никакие методы не подходят. Это уттамашлока. Нужны трансцендентные слова. Что такое трансцендентное слово? Слово, обращенное к Богу, становится трансцендентным. Но в состоянии именно описания его качеств и добродетелей, истинных качеств. Это называется уттамашлока. Его описывают только в трансцендентных словах. Нельзя по-другому его объяснить или описать. Что такое трансцендентное? Надматериальное, то есть это его отношение с преданными. Значит, в слово уттамашлока входит много других понятий. Отношения. Уттама означает трансцендентное. Его трансцендентные отношения описаны как, например, нанда-нандана. Любимец, возлюбленный нандой. Или Ешода Нандана, Дулала также, Дулал, любимец, баловень Ешоды. Это трансцендентные звуки. Вот они, имена Бога. Или он все привлекающий, он все прекрасный. Кришна это его имя, или защитник коров, животных. Дикпал, другие слова есть. Это он защитник, он защищает каждое животное, животных защищает. Это вот защитник означает трансцендентное прославление. Или Сухридам, Сарвабутанам, тоже к нему относится. Это
друг каждого живого существа. А если мы вот медитируем, описываем эти понятия, мы развиваем сознание Кришны очень просто. Называется Шраванам Киртан. Но чтобы раскрыть эти слова, имена Бога, есть повествование, как Он это имя проявляет, через какую-то лилу Он действует так, он действует как любимец Ишода, Он действует как баловень Ишода. Как это? Вот тут описано как. Как Ишода общается с Кришной, как она его связывает, как она его любит, как она его... Как Гопи, Гопи Джана Валабхай, как это подробно описывается, раскрывается в священных писаниях. Это просто Уттамашлока. Шравана Киртана. Здесь заканчивается суммарий, и мы прочитаем, может быть, 1-2 стиха начальных. Шри Бадарьяна Увача Варша Дваджа Нишам Ядам Йошитрупьяна Данаван Мохаянтва Сураганан Харисамам Апаяят Вришам Арухья Гириша Сарва Бута Ганар Врита Саха Дивья Яяу Траштум Ятрасте Мадхусудана. Я прочитаю перевод. Без комментария. Шукадева Госвами сказал, видите, как порядок повествования ведический. Сначала говорится, о чем мы будем говорить. Это суммарий прочитали уже обо всей главе. Сначала говорится, о чем мы собираемся говорить. Например, вы даете лекцию. Вот такая схема. Сначала мы обращаемся и говорим, о чем мы сегодня будем говорить. Затем мы раскрываем тему. И в конце третьей мы снова говорим, о чем мы говорили. Вот и все. Вот такой подход. Легко. Шукадева Госвами сказал, Господь Хари, Верховная Личность, приняв облик женщины, даровал, очаровал демонов и дал полубогам возможность отведать нектар. Когда Господь Шива услышал об этой божественной лили, он сел на своего быка и отправился в обитель Господа Мадхусуданы. Окруженный своими спутниками, духами, Господь Шива вместе со своей супругой Умой направился туда, чтобы увидеть Верховного Господа в образе женщины. Он не увидит его сразу в образе женщины, он просто попросит. И он не получит ответа при этом. Сейчас увидите все. Когда Махинимурти явилась среди богов и демонов, полубогов и демонов, полубоги знали, кто это. Поэтому они могли контролировать чувства. Здесь будет момент неожиданный. Верховный Господь с великим почтением приветствовал Шиву и Уму, а Господь Шива свой черед оказал, оказав Всевышнему должные почести и удобную усевшись, с улыбкой заговорил. То есть Господь Шива поклоняется Кришне, Кришна поклоняется Шиве. И в этом поклонении трудно понять, кто верховный. То есть шиваиты считают, что Шива верховный. Что? Потому что Кришна поклоняется, Рамачандра поклонялся Господу Шиве. Прабхупада объясняет это, вот, кажется, противоречие. Он объясняет, что Господь Шива так любит Кришну, что Кришна поклоняется Господу Шиве. То есть сложно, в общем, разделить эту татву, но какое-то различие есть. Есть даже такая форма Харихара, объединенная форма Вишну и Шивы в одном лице. Очень сложно отделить эту тату. Считается, что непостижимое различие между ними. Как между молоком и йогуртом, продукт тот же самый, и все же есть какое-то качественное различие. Но в материальном мире Бог Шива, Он Отец Вселенной. Материально, потому что Он дает аханкару, основу материального существования. Всего поклоняются как Отцу Вселенной. Ну а Кришна, Он трансцендентный, как бы не участвует в этом процессе. Шива все берет на себя, он пьет яд вселенной. Не Кришна пьет яд, а Шива пьет яд. Он берет на себя все эти проблемы вместе с Дургой. Дурга убивает демона, в общем, там много проблем. Итак, тема сложная, что касается Господа Шивы. Господь Мада Махадев сказал, «О главный из полубогов, о вездесущий Господь, Владыка Вселенной, с помощью своей энергии ты превращаешься в сотворенный мир.
ты превращаешься в сотворенный мир. Ты корень и действенная причина всего сущего. Ты нематериален. Воистину ты сверхдуша и жизненная сила всего сущего, поэтому ты Парамешвара, верховный повелитель всех повелителей. Надо представить, с каким чувством Господь Шива это говорит. Это не что-то формальное. Он в полном блаженстве пребывает, когда говорит это. Это Шравана Киртана, это Уттама Шлока, он сейчас в процессе. Это говорит изнутри, как бы, своего сердца. Здесь есть комментарии. Господь Вишну, личность Бога, пребывает в материальном мире в образе сатва гуна аватары. Господь Шива тама гуна аватара, Господь Брахма раджа гуна аватара. Однако их нельзя приравнивать к Господу Вишну, хотя он тоже одна из гуна аватар. Господа Вишну называют дева-дева, ибо он повелевает всеми полубогами. Поскольку Господь Шива находится в материальном мире, он является частью энергии Верховного Господа Вишну. Вот почему Вишну называют Джагат-Вьяпи, вездесущим Господом. Господа Шиву иногда называют Махешвара, поэтому некоторые люди считают, будто выше Шивы никого не существует. Однако в этом стихе Господь Шива называет Господа Вишну Джагат-Иша, Джагадиш, владыка Вселенной. Господа Шиву тоже порой именуют владыкой Вселенной, Вишвешварой. Но здесь он называет Господа Вишну Джаган Майей. Это означает, что даже Вишвешвара подвластен Господу Вишну. Но как Кришна становится Джагадишей, если он не... Он пассивен в материальном мире, в йога-нидре. Он просто поддерживает ее, он не участвует активно, участвуют другие полубоги, живые существа, праджапати, Господь Шива тоже какое-то участие принимает. Но не такое, как Господь Вишну, конечно же. Каким образом? На примере Индры это можно до какой степени понять. Когда Индра хотел разрушить Вриндаван, это вот Гавардхан Лила, он поднял Хом Гавардхан, Господь Кришна, чтобы защитить от гнева Индры, от Самартаки, от этих молний, от этих вот стихийных бедствий, Индра повелевает стихиями. Он хотел уничтожить Вриндаван за кажущееся оскорбление, он вошел в гнев, в заблуждение. Кришна поднял Хом Гавардхан, держал 7 дней на пальце левой руки. Играючи это дело происходило. И там разворачивалась лила, трансцендентное счастье. В конечном итоге, когда Индра осознал, что вот этот юноша, ребенок, мальчик практически, он верховная личность Бога, говорится, он был как гром поражен. Но Кришна не мешал Индре выполнять то, что он делал, свои, так сказать, обязанности. Индра хотел наказать за неповиновение жителей Вриндавана. Они отказались совершать ему ягью, должное почтение выражать регулярно. За дожди, за процветание экономическое. Земля должна процветать, Индру управляет дождями и прочее. И пастухи выражают почтение Индре, но они пренебрегли из-за Кришны. Он подумал, это пример разрушить всю ведическую культуру. Надо уничтожить это место, чтобы другие даже не думали таким образом. Если не будут люди почитать тех, кто выше, то все разрушится. И он как бы выполнял свой долг, он хотел уничтожить Вриндаван. Суровая мера была. Кришна поднял эту гору гигантскую, и эта гора защищала даже от стихийных бедствий. Вообще нет такой защиты материальной от гнева Индры, но Гавардхан оказался сильнее. Индра был в недоумении, он в конце концов понял, что это не ребенок, я ошибся. Здесь что-то другое, это сверхмогущество, это сильнее меня. И когда он это осознал, он сделал дандават, потом призвал всех полубогов, даже Брахму. Поставил трон с небес, свой трон принес. Усадил туда Кришну, сказал, ты царь. Вот как это происходит. А Кришна сидел и думал, какой я царь, я просто вот здесь пастушок и все. Ему эта роль дороже. Но все полубоги признали, вот он, повелитель. А он остается своей роли наслаждающегося, возлюбленного жителя Вриндавана.
Вот как это происходит. Также здесь Шива, он на самом деле повелевает вселенной с Дургой, но он говорит, твоя вселенная. Любовь, бхакти. Вот как Кришна становится повелителем вселенной. Или Вишну. Также означает, что мы должны в своей жизни сказать это. Кришна, ты повелитель моей жизни. И все, так произойдет. И так произойдет. Господь Вишну, владыка духовного мира. Но, как объясняется Бхагавад-гите, моя тякчена пракрити суяти са чара-чарам. Он управляет также материальным миром. Господа Брама, Господа Шиву тоже иногда называют Ишварами, но Верховный Ишвара – это Господь Вишну Шри Кришна. Брама Санхите сказано Ишвара Парама Кришна. Верховным Господом является Кришна, Господь Вишну. Именно благодаря Ему во Вселенной все происходит должным образом. Адантарастха Параманау Чайантарастхам. Даже Параману, крошечные атомы Параману, движутся лишь потому, что в них пребывает Господь Вишну. Его называют наблюдателем, свидетелем. Душа. Ничего не делает, но наблюдает. Этого достаточно. Таков контроль. И память, знание и забвение. То, чем мы обладаем. Это его проявление. Вот таким путем Господь присутствует. Так можно его распознать. Но из-за отождествления материальных мы не можем этого увидеть. Мы думаем, это я помню, я знаю, я забыл. Это я. Ну нет, надо понять, как Господь присутствует в сердце каждого живого существа, даже атомы, каждый атом во Вселенной, он подчинен. Это можно увидеть трансцендентным взором. То есть не только услышать, но и увидеть можно, если мы сможем получить даршан Кришны, личность осознать. Что увидеть все атомы мы не можем, но увидеть источник, причину можем. И в источнике мы сможем видеть, насколько, как проявляется это могущество. Каким образом. Если мы сможем увидеть любовные отношения Кришны с преданными, через преданных, если мы сможем это увидеть, мы сразу обретем такую любовь. Ее нужно просто увидеть. Это как вы собираете грибы, вот увидел гриб, значит все, ты обладатель. Он у тебя, твой. Я первый увидел, не так ли? Мой гриб. Так, что я первый увидел? Так, если вы увидели, вы уже обладаете. Но если мы имеем зависть, недостатки, анархии, мы не видим этих вещей. Мы не можем обладать любовью. Даже если мы видим, что кто-то любит кого-то, мы завидуем, нам не пробуждается любовь. Это вот ядовитое влияние майи, говорится, иллюзии. Что хорошие вещи начинают нас отталкивать, зависть, потому что есть. Наверное, это главная причина духовной слабости. Одна из главных причин духовной слабости человека – это зависть. Зависть к Кришне, зависть к любви, зависть к тому, кто выше и лучше. Нам сложно принять авторитет духовный. Но поскольку мы практикуем бхакти-йогу, нам придется расстаться с завистью когда-то, на совсем, навсегда, развод, разрыв полный будет. Нам придется ей сказать, дорогая зависть, я расторгаю отношения. Скажет, как, скажет, мы были вместе всю жизнь. Я твой друг из жизни в жизнь, я в твоем сердце всегда пребывала. Я заботилась о тебе, понимаешь? Не о других, а о тебе. Я только о тебе забыл, и ты расторгаешь со мной отношения. Не слушайте ее. Это майя говорит через зависть. Ее нужно утопить, сжечь, разрезать на куски. То есть безжалостно обращайтесь с ней. Она иллюзия. Она иллюзия просто. На самом деле это ваша душа в плену этой зависти. Это иллюзия.
Она использует вашу же энергию против вас. Если эту энергию я использую в служении Кришне, вот и все. Нет никакой зависти. То есть через служение мы избавляемся от зависти. В любом месте, если мы видим, что нас ум оценивает, двойственность спадает, там, почему то, кто такой и так далее, если ум так работает, просто послужите чуть-чуть. Все. Поскольку мы повторяем Хари Кришну, этого достаточно. Потому что Кришна видит нашу попытку, и он говорит, я рассею это невежество. Но через преданное служение, в любом месте мы просто начинаем служение любое. Увидел, какая-то помощь, сделал маленькую вещь, уже лучше, уже легче себя чувствует, уже ум отпускает эту двойственность, все, видите, работает процесс. И смысл в том, чтобы быть занятым служением постоянно, привыкнуть жить без зависти, а в служении. Это хорошая привычка, это же как бы навык духовный. Привыкнуть. Автоматически таким образом мы приходим, мы уже настраиваемся на служение, куда бы ни пришли. Это хорошо. Это нас спасает таким образом. Угу. Именно ты, о Верховный Господь, первопричина проявленного и непроявленного бытия, ложного эго, а также возникновения, поддержания и уничтожения материального космоса. Сам же ты, будучи абсолютно истинной, высшей душой, верховным Брахманом, не подвержен рождению, смерти и другим переменам состояния бытия. Ведическая мантра гласит «Ято ва имани бутани джаянте». Все сущее исходит от Верховной Личности Бога. Бхагавад-гите 7.4 сам Господь говорит «Пумира по налова юх каммана бутир эвача аханкарай тиям ме пинна прокритир аштата». Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго – таковы мои 8 отделенных материальных энергий, Кришна говорит, моей энергии, составляющей материальный мир. От него исходит. И сколько бы от него ни исходило, он не уменьшается. Так называется пурнам, одно из имен, пурнам, абсолютная истина, пурнам, полное целое, абсолютное. Нельзя ничего добавить, ничего убавить. Сколько ни исходит из полноты, полнота не меняется. Ничего не меняется. 1 + 1 = 1. 1 + 1 = 1. Например, мы сидим в помещении, но там есть еще фойе, там есть туалет, там есть прихожая. И кто-то вышел из этого помещения, из этой комнаты в фойе. Мы не видим его. И скажем, здесь меньше стало на одного человека. Но в целом доме количество не изменилось. Оно не изменилось. Он не может измениться. В целом ничего не меняется. Я потерял деньги. У меня украли деньги. Я потерял деньги. Они пришли кому-то в карман, какому-то мошеннику. Но количество денег в стране не изменилось. Никаких потерь нет с этой точки зрения. Это просто карма. Сколько будет у меня и сколько у меня не будет, сколько я потеряю, приобрету, это просто карма. А с точки зрения полного целого ничего не меняется. Кто-то умер, кто-то родился. Нет. С духовной точки зрения ничего не изменилось. Такое же количество живых существ остается. Неважно их перемещение, их проявленность, непроявленность, это уже материальная точка зрения. С точки зрения полного целого ничего не меняется. Кришна не изменен. Его энергии неизменны. И вот его энергии в материальном мире таковы. Есть грубые элементы, земля, вода, огонь, воздух. Эфир самое тонкое из грубых, из 5. Мы потому что не видим, не ощущаем его органами чувств, кроме как косвенно слух помогает нам понять представление о пространстве. Через слух ориентируемся. Чувствуем расстояние. Умозрительно по метрам, чувственно через слух. И тонкие элементы, которые тоже мы не воспринимаем уже чувствами никакими, только умозрительно. Это ум,
интеллект еще выше и ложное эго, аханкара. Эти тонкие элементы не познаны сегодня основательно материальной наукой. Нет приборов таких. То есть прибор, собственно говоря, это сам человек, обладатель тонкого тела. Создать такой прибор с тонким телом никто не может. Никто не знает, как создать ложное эго, как создать интеллект, не накопитель информации, а интеллект. Это не то, что делают сегодня материалисты. А интеллект, управляемый сознанием. И как создать ум? Этого никто не знает. Лишь какие-то некоторые функции технические, но на самом деле у разума 5 функций, у ума очень много функций, которые материалисты даже не подозревают. Они берут только владение информацией. Как владеть информацией? Например, можно компьютер научить играть в шахматы. Да, это возможно, он может. Эту программу можно создать. Но у ума есть главные функции. Это принятие чувственное от чувств, приятное. И отвержение, ненависть. Этого не можете создать. Ненависть и приятное, неприятное, привязанность вы не можете создать. Вот это тонкое тело. У разума 5 функций. То есть им далеко еще материалистам, чтобы понять, что же такое тонкое тело, тонкие измерения. Они пытаются создать живое существо через виртуальные какие-то технологии. Но они не понимают, как это все устроено. Тонкое тело приближается к душе, вот в чем дело. Поэтому невозможно создать его бездушными элементами. Тонкая оболочка – это близкая к душе оболочка. Разум, интеллект – самая близкая. Аханкара уже практически душа. Практически душа. Очень сложно отделить их. Поэтому создать душу они не смогут материальными элементами. Функция разума, память есть. Сон тоже. Умение различать, что хорошо, что плохо для высшей цели. Умение различать. Делать выводы и сомневаться. Смотрите, это очень близкая субстанция уже к разуму, к душе. Иногда говорят, разум – это есть Бог. При помощи разума можете обнаружить душу Бога. При помощи искусственного интеллекта вы не обнаружите Бога. Все что угодно, но Бога вы не обнаружите. Это не интеллект. Иными словами, все, из чего состоит материальное творение, представляет собой энергию Верховной Личности Бога. Это, однако, не означает, что раз все исходит от Верховного Господа, он утрачивает свою полноту. Пурнасья пурнам адая, пурнам эва вашишьяте. Будучи полным целым, он сохраняет полноту и завершенность даже после того, как из него изошло множество полноценных творений. Поэтому Господа называют Авьяя, неисчерпаемый. До тех пор, пока мы не поймем философию Ачинтья Пхеда-Пхеда Таттвы, одновременного единства и многообразия, у нас не будет ясного представления в абсолютной истине. А одновременно единство и различие. Все одновременно, едино, и все отличается друг от друга. Мы как вид жизни едины, человеческие существа, но мы все отличаемся друг от друга. Ачинтья Пхеда-Пхеда Таттва. Не найдете все точно такое же повторение где-то в природе. Все отличается, но все также едино. Вот так мы сможем при помощи этой философии познать природу Бога. Также душа. Она качественно точно такая же, как Бог. Нет разницы. Ну, капли океана и океан, химический состав тот же самый. Какая разница? Но количественная разница невообразимая. Невообразимая количественная разница. То есть его как бы дух, вездесущий и всемогущий, в безграничной степени. Мы ограничены, атомарны. В этом разница. Часть целого. Неотъемлемая часть целого. Но опять же неотъемлемая. Как же это понять? То есть одновременно я есть Бог и я не Бог. Одновременно я качественно Бог, но количественно не Бог. Но я неотъемлемая частица, то есть часть вообще-то
Это что-то отдельное, тем не менее. Называется неотъемлемость. Ачинтья пьеда пьедатата. Это, этот предмет можно понять духовным интеллектом, тонким духовным интеллектом. Что же это такое в итоге? Что же это духовный интеллект, который может соединить эти несовместимые вещи, парадоксальные вещи? У него нет ног, но прекрасная походка, о Боге говорится. И так далее. Но парадоксально. Все, что мы о нем скажем, не будет полным. В смысле, что он великий, нет, он также самый маленький, нет, но он самый большой. И что бы ни сказали, он парадоксален, он смещается, и все эти противоречия. И вот эти противоречия, когда мы уже освобождаемся от зависти, становятся трансом, самадхи, экстазом. Вот в этом экстазе мы начинаем понимать смысл. Это философия экстаза. Самадхи постигается. Умозрительно, логически нет. Поскольку есть ложное эго, я скажу, как? Неравноправие, простите меня. Я маленький, он большой. Почему? У меня претензия возникает. Вы говорите, он творец, но он сотворил, смотрите, что он натворил здесь. У меня претензии возникают, у меня зависть, у меня проблема духовная. У меня нет любви. Вот такая странная история происходит с человеком. Но когда человек достигает этого сознания Кришны, он в экстазе начинает оценивать, как это прекрасно быть неотъемлемой частицей Бога и восхищаться этой тайной всю жизнь вечно, не уставая, не исчерпаемо. Это смысл моей жизни. Это потрясающе. Никаких потерь нет, то, что я маленький, а он великий. Все, говорит, мое, твое, он говорит. Какая разница? И неизвестно, кто еще больше наслаждается. Он нами или мы им. Поэтому вот этот момент зависти, он важный в постижении философии. Господь – корень всего сущего. Агам адир хи деванам. От него происходят все полубоги. Агам сарвасья прабава. Все появляется из Господа. В любой ситуации Господь есть подлежащее, сказуемое обстоятельство места и времени, определение и дополнение. Все. Все в этом мире, по сути, является Верховным Господом. Я плохо учил русский язык в школе, поэтому не могу прокомментировать. Я даже существительное от подлежащего не всегда отличаю до сих пор. Но я могу вспомнить, конечно, если учебник возьму. Я забываю эти темы. Почему-то у меня есть, говорят астрологи, склонность к языкам, но нет желания почему-то. Гасама говорят, что тоже удивился, говорит, почему ты не знаешь английский язык? Потому что я учился в спецшколе, с первого класса его учили, но я не знаю английский язык. Говорит, я готов гороскоп посмотрел, у тебя есть склонность к языкам, нормально, ты можешь, ты способен. Но я не знаю, я не способен. Я говорю, мне неинтересно. Он говорит, ну любой язык, на котором ты говоришь, он будет интересным. Просто попробуй. Я говорю, ну вот, не слышу. Просто, говорит, включай, говорит, речь английскую, тупо слушай, говорит. Тупо, говорит, слушай, и начнешь различать слова. Просто же. Но я этого не делаю почему-то. Хотя знаю, что мне нужно знать язык, и от меня даже это требует. Ну вот у меня вот проблема с грамматикой, поэтому я не комментирую эти сказуемые, подлежащие, обстоятельное место, времени, определение и дополнение. Тут уж сами разбирайтесь, хорошо. Для него не может быть таких различий, как «это принадлежит мне, а это кому-то другому». Ибо он сам и есть все сущее. Он и обладатель, и обладаемое. Я говорю, это мои деньги. Кришна говорит, это мой преданный. Это его деньги, тоже мои. Вместе с преданным. А он даже не подозревает об этом, так? Из-за этой отделенности. Вот почему Верховного Господа называют Авьяя, неизменным и неисчерпаемым. И поскольку он Авьяя, его следует признать абсолютно истиной, полностью духовным, верховным Браманом.
Так, информации достаточно сегодня, мне кажется. Мы уже перегружены философией. Будут ли вопросы? Спасибо за лекцию. Я хотел спросить, зачем нужна богобоязненность? Потому что иногда люди, они, получаются, материалистичные, например, они не так боятся всего, это верят, они приходят за тем духовную жизнь начинают, и здесь включается богобоязненность, и думают, ну вот опять придется здесь чего-то бояться. Зачем она нужна? В сознании Кришны мы учимся всему. Бояться тоже нужно учиться. Как в Бхагавад-гите говорится, что уже в гоне страсти человек не боится того, что нужно бояться, и боится того, что не нужно бояться. То есть мы учимся, мы должны обрести разум, потому что мир опасен материальный. Пока в материальном мире мы в опасности. Это как идти по скользкому льду, всегда есть риск поскользнуться и упасть. Это как бриться очень острым лезвием. Ни одно неосторожное движение, вы порежетесь. Сравнивается наше положение в материальном мире. Поэтому здесь мы должны быть осторожными. Учиться нужно. Чего-то мы должны бояться, чего-то не должны бояться. В этом нужно разобраться. Бояться Бога означает следовать Его законам. Это уже хорошо. Богобоязнь означает, что человек будет бояться совершить оскорбления святых людей, бояться нарушать законы, заповеди божественные. С этого начинается цивилизация, с богобоязненности. Это главное условие в исламе, например, что человек должен быть богобоязненным, должен быть. Это главное, иначе невозможно создать цивилизованное общество. Память, но насколько я помню, правильно, нет? Верно? А? Джива тоже шакти татва. Джива тоже шакти татва. Значит, ты тоже шакти татва. Не забудь об этом. Если послушать лекции Шрилы Прабхупады, там много философий. Практически одна философия. Но там нет ничего лишнего. Лишних вещей нет. Надо слушать лекции Шрилы Прабхупады и читать его комментарии. Прабхупада никогда не демонстрировал свои знания. Вы не оцените Шрилу Прабхупаду как гьянин. Я не слышал ни разу такого, что Прабхупаду описывали как гьянин. Хотя там такая гьяна, непостижимая гьяна. Но когда он говорит, вы видите, что не в этом дело. Вы за этой гьяной видите что-то более ценное, духовное. Но если у нас есть гьяна, то конечно же, у нас будут какие-то противоречия, если мы только при помощи гьяны, да, передаем знания. Значит, нам придется демонстрировать свою память,
свое умение произносить санскрит или шлоки, то есть тогда нужно такое умение. Или показать объем знаний своих, способность владеть информацией, запоминать ее. Вот, это гьяна, это большие способности нужно иметь. И эти большие способности, это только гьяна, трудно слушать обычным людям, не ученым, не готовым к пониманию таких тонких вещей, философских терминов. Нужно понимать тонкий смысл вот этих вот слов. И тогда люди говорят, ну перегрузка вообще. Если гьяны, гьяны недостаточно. Бхакти гьяна, вы не выходите из контекста. Вы говорите вещи, которые необходимо сейчас знать. Все, не нужно больше. Вообще Прабхупада говорит, достаточно одной Бхагавад-гиты, чтобы стать совершенным. Не надо читать другие книги. Достаточно Бхагавад-гиты. Но если мы говорим о гьяне, гьяна, она исследует всю информацию. Всю информацию. Прежде чем гьяни разочаруется и станет йогом, он всю информацию должен поглотить. Насколько в его силах. Поэтому путь гьяны тоже, видите, он не для всех доступен. Поэтому я думаю, что сегодня великих гьяни-то и нет. Это правда трудно. Гьяна-йога. Бхакти-йога. Вы в ответ нужно знать, не нужно интересоваться объемом информации слишком, да, слишком гнаться за информацией. Но нужно понимать вывод ответ, хорошо. Любая вещь связана с выводом. Вот такая проповедь поможет нам. А какой метод, например? Ну, например, полное предание Господу. О, полное предание. Полное предание. Как Бали Махарадж. Полное предание означает, что он уже включает в себя все предыдущие 8 процессов. А иначе он невозможен. Здесь он подразумевает сознание Кришны уже. То есть Бали Махарадж сознавал, что перед ним Верховный Господь. Отсюда это исходило. От этого осознания. Значит, он включается. Начинается со Шраваном, заканчивается полным преданием. Значит, этот процесс полного предания включает все предыдущие процессы. Шраван, киртан, прочее, прочее, прочее. То есть, когда человек уже восхищается в полной степени, да, величием, могуществом, красотой, богатствами, знаниями, его славой, вот отсюда исходит полное предание. Это высшее прославление считается Бога. Когда человек предается Кришне, это самое высшее служение и прославление Бога. Как ты понимаешь? Поклонение лотосным стопам. О, значит, нужно видеть качество его. Да? Значит, это уже включает, что человек видит его качество, если он поклоняется ему всей душой лотосным стопам, значит, он видит его чистоту, его трансцендентные свойства. Поклонение — это как бы проявление этой славы, осознание его славы, прославления. Шравана киртана пробуждает это желание поклониться, выразить почтение духовному учителю, если мы слушаем, скажем, от духовного учителя о Кришне. У нас возникает, естественно, как бы вот этикет, да, почтение к духовному учителю. К любому преданному, кто скажет нам о Кришне в сердце, мы почтительно будем относиться. И
И в высшей степени тот, кто спасет нашу душу, будем поклоняться ему. Это вечно происходит. Это любовь. То есть Шраванам, Киртанам, Смаранам, и вот все это потом проявляется уже на уровне поклонения, предания, дружбы с Господом. Включает этот процесс. Кришна Махарадж, спасибо большое за прекрасную лекцию. Я вот знаю, что у вас недавно с вами в гостях вчера вы общались, не могли бы вы поделиться, пожалуйста, вкусом общения с такими возвышенными преданными? Да, я под впечатлением сейчас нахожусь в нашей беседе секретной, которую нельзя разглашать. Вот, тем более через онлайн. Вот. Но мы общаемся давно с Нирами с вами. С 1991 года, я не помню. Или 90-го года. Я тоже помню эту первую встречу нашу. Мы жили в Петербурге тогда. Все были очень молодые, начинающие, энтузиасты. Мы боролись с властями смело. Кто-то сидел в тюрьме, кто-то продолжал бороться. В общем. Мы были такие как бы революционеры, постсоветские люди. Совсем еще советские воспитания, мы революционеры. И вот сказали, что приезжают саньяси из Америки, ученик Прабхупады. Зовут его Ниранджана с вами. Вот, нужно как-то нам где-то программу провести. Где, как мы сделаем? На квартире, значит, будет всегда неудобно, это шумно, это люди, это слежка за нами. Вот. И Сута попробовал был такой преданный, он сейчас в Петербурге также. Сута попробовал, у него была дача за городом. Маленькая такая, домик на курьих ножках, типа того, что. Маленькая дача была. Небольшой участок, но там, говорит, никогда соседей не бывает, то есть можно громко петь киртаны, и как раз это было Джанмаштами, он приезжает, и явление Прабхупады следующим днем. И мы говорим, все, на дачу едем там, несколько часов нужно было ехать туда за город. Были дожди еще, помню. Вот, и все мы ждали, и на меня была обязанность готовить просад для всех преданных. Я в кафе работал там, я умел готовить хорошо. Я взял большую эту кастрюлю, посчитали сколько преданных там, я рис готовил на печке, там была печка. Такая комнатка была, маленькая кухня, и там еще какая-то была каморка. И зал был небольшой, может быть, метров 4 на 4, что-то такое. Там вот все ядра. Еще на улице дождь. Мы туда набились. И с волнением ждали. То, что такое Ниранджана с вами, ученик Прабхупады, саньяси. И он даже вот инициирующий гуру. О, потрясающе. Очень сильное волнение у нас было, помню. Я готовил рис, и его поставил на огонь уже, все. На печку, на эту. И вот приехала машина, Волга какая-то белая. Открывается дверь, выходит высокий такой человек, красивый, удивительный. Черная такая прическа у него, он как турист, в брюках, в рубашечке такой, знаете, заправленной. Так одет, как школьник. И улыбается, значит, вышел из машины, подошел к колодцу, попросил воды там на руки чуть-чуть. И чтобы войти в эту вот каморку, ему нужно было согнуться, он же высокий, там двери такие, косяки вот такие были. Сарайчик такой, знаете. Там был праздник у нас с джамаштами. В коровнике, да? В Холливуде, потому что. И интересно, что я так на него смотрю, у меня глаза, главные глаза, чтобы кого-то вот увидеть, мне нужно увидеть сейчас человека. А я так впился глазами в этот косяк, когда он выпрямится, смотрю. Он выпрямился и сразу посмотрел на меня точно так же. Так же впился, мы впились. И он так, это был момент такой поразительный совершенно. Такой контакт вообще, я сразу понял, это мой человек вообще. Бывает такое, да, с первого взгляда. Сразу почувствовал, это мое, без разговоров.
Вот. И он пошел в каморку, вдруг в эту вот маленькую каморку, чтобы тилоку поставить, одежду одеть духовные. Долго его не было, мы пели киртан. Вышел, я все смотрел на его лоб. Какая ровная тилока. И все смотрели тоже, и все думали, как он так поставил тилоку. Идеально ровная тилока. И Васудама, это был наш тоже такой, как бы, лидер, отец нашего, тоже думал, смотрел на эту тилоку. И не раньше с вами понял эти взгляды и показал ему штампик. Штампик, он идеальный, на лоб. И он ему подарил этот штампик, что все, ну, все завидовали. Мы были советские, если штампик у него, то у всех должен быть штампик, правильно? У нас все равны. Собственность спорно распределяется. Он это почувствовал, сразу штампик отдал Васудаме. Васудама забрал себе, конечно же, никому не отдал. Один штампик на всех. Я сел слушать лекцию, про лес вообще забыл, вообще мне было все равно, сгорит он там, не было. Я не знаю почему, но я вообще забыл полностью про лес, про проса. И мне Васудама сказал, там у тебя рис. Я говорю, ну и что, пусть сам сварится. Печка затухнет там, и все нормально будет сама. Я-то с ним мог уже отвлечься от него. И это было явление Прабхупады. Он сказал, ну, мы, говорит, все последовали Прабхупады, если мы сейчас сможем его удовлетворить, он будет доволен, и будем счастливы. Было изображение Прабхупады, как сейчас помню, очень ярко помню эту вот картинку отношений с духовным учителем. Прабхупада присутствовал в изображении. Раз он стал напротив с Майданги в одежде саньяси. И он смотрел на Прабхупаду и пел Гуру Вандана. Нет, это была самсара даже. Да, он пел самсару. Я вот это чудо впервые видел, как ученик общается с духовным учителем. Это было потрясающе. Прабхупада был живой, настоящий, духовный. Он присутствовал. Он очень тихо, спокойно пел просто. Дневной мотив самсары. Это самсара давана лалида лока траная каруня гана гана. Мелодию мы впервые от него услышали. Проникновенную. Вот, мы почувствовали вот это присутствие Прабхупады. Это было ошеломляюще. Духовное это было, как, знаете, внутреннее откровение, прозрение. Потом сели слушать лекцию, он простые вещи очень говорил. Он сказал, Кришна – это вот источник всего, это вот он везде, в святом имени, в просаде, в священных писаниях, на практике стал говорить. Какая-то там сидела женщина такая, знаете, такая слушала с подозрением. Вот, и слушала внимательно, но так, знаете, с подозрением. И сказала, что вот если то-то, 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 тоже что ли Кришна? В таком духе, ну, по-советски, знаете, по-революционному. Мне раньше сам ее совершенно обезоружил всех ответом. Он сказал, конечно же, Кришна. Все разулыбались, все поверили в Кришну, знаете. То есть это был такой вот опыт удивительный общения с Ниранисвами. И кто сказал, а можно воспринять духовным учителем? Говорит, а я не принимаю учеников в России. Потому что если я буду принимать учеников в России, мне придется ездить сюда. Я, говорит, живу в Америке. Я, говорит, не смогу сюда приезжать. Но от него не отставали несколько человек. Он сказал, ну хорошо, ладно, а как будем общаться? По почте, что там, как будете слушать лекции? Вы не знаете английского языка, он все это вот детали все прояснял. Нет, мы можем переводить, лекции будут пересылать. Вот мы вот хотим принять духовного учителя. Он говорит, хорошо, но только мужчин, женщин нет. Но большинство кандидатов было женщинами. Они, понятно, добились своего. Они ходили к нему, они, конечно, слезами, там, чем угодно, но они вот хотели принять, и он пошел как бы на уступки и стал приезжать регулярно в России. Интересно, что следующий приезд он приехал необычно. Это был первый приезд. Он на нас так смотрел всегда с улыбкой, потому что у нас были всегда руки в крови, в мейданге. Мы так били барабан. Все разбивали полностью ладони, руки. Он смотрел на нас с улыбкой, что мы с таким энтузиазмом на Харинамах барабаны там ломаем, краталы даже ломали. Так смотрели. Металл. Со мной однажды тоже так было.
сломал кирдан. Ну, представьте себе, такие были киртаны. И он смотрел на нас с улыбкой, мы только начинали, вот были еще глупые, но с большим энтузиазмом. И вот второй приезд был необычный. Он приехал с подарками. У него такая сумочка. И он говорит, я, говорит, подарки вам привез. И стал выбрасывать оттуда вот так просто горстями на пол. Все. Ну сами разбирайте. Это были лейкопластырь для пальцев, чтобы руки не разбивать. У нас не было лейкопластырей в магазинах тогда. Вот, Советский Союз. Он заметил это, принес лейкопластырь. И бритвы. Вот эти вот. Да, жилет. Не было тогда. Мы пользовались этой Невой страшной, да, вместе с кожей там. Для меня бритвы, я бороду носил по этой причине, что бриться, это была пытка. У меня были жесткие волосы, я стебрею, все в кровь. Все, заплатки потом тут есть. И вот он этот жилет привез, его стал бросать. Все набросились, помню, на эти лейкопластырь на жилет. Он смеялся там, все расхватали, все были счастливы, всем вроде хватило, кому-то не хватило. У нас была одна преданная, которая болела раком. Это был первый случай в нашей тогда вообще советской ятре, что кто-то из преданных так тяжело заболел. Это тоже мы не понимали, как с преданными такое может произойти. И ей диагноз поставили тяжелый, и она уже это переживала, свой уход близкий. Мы были очень фанатичны в то время, говорили, ну что ты тут скорбишь, ты не это тело, это душа. Умри спокойно, да и все, чего тут. Кришну вспомни, и нормально все. То есть очень жестко, довольно жестоко проповедовали. То есть. И еще критиковали, плачут тут, понимаешь, вот вообще. Она преданная, но душа вечная, она тут о теле скорбит. Вот. И она это соглашалась, и тем не менее, ей же было трудно человеку готовиться, нужно было к уходу, а кто ее готовил? Никто не готовил. Приехал Нирвана Савин, говорит, я хочу на даршан к нему. Он говорит, куда ты пойдешь со своими проблемами, ты материальные вообще. Мы тебя туда не пустим. Сейчас начнешь там плакать у него. Но она сказала, я не буду плакать, я просто спрошу, что мне делать. Ну, в конце концов, разрешили старшие пойти на даршан, где на даршан. Она была инициирована, преданная от харитерства. А он перевез еще плеер. Ну, это мыльница называется, это кассету вставляете, мини-кассету. Тоже, у нас были бобины же тогда. Большие магнитофоны, такие стационарные. А тут плеер с наушниками, все с завистью. Тут лейкопластырь уже не нужен. Один только у него плеер, и все на этот плеер смотрели. Он это тоже почувствовал, что всем нужно плеерать при советским преданным. И она пошла к нему в комнату. Мы, очередь была, там была очередь, кто-то, Наташин тоже хотел. И вот она прошла, и ее долго не было. Всем было интересно, о чем они говорят. Что же мне скажет? Наверное, ее хорошо читает вообще. Вот он сейчас ей даст вообще. Он занялся. Она вышла, все залитые слезами. С плеером. Говорит, вот тебе проупали. Слушай. Какая милость. Какая милость. Она была счастливая. Она больше не боялась смерти. Все были поражены. Я ее отправлял потом в Вриндаване последний год. Она уже ничего не боялась. Когда Радхарани пришла в момент смерти, она говорит, перед, за день до ухода. И первый, кто ее вдохновил, поддержал, это был Нирвана Савин. И он так ко всем относился. Этот преданный всегда помогал. Он готов помочь любому. Мне он помогал на каждом этапе моей духовной жизни. Это как бы один из моих ангелов-хранителей. Я ее знаю еще с 90-х годов. Потом мы общались с ним в Санкт-Петербурге, он был коуч GBC, мы постоянно общались с ним. Я всегда ходил в его комнату, всегда любые вопросы задавал, обсуждали любые темы. Темы наставничества начались там. Москва, Петербург, он приезжал также на Урал, когда я там был. Региональным секретарем всегда приглашали, вот там тоже много учеников. Вот. И последние годы мы меньше стали общаться, потому что он Россию стал меньше посещать, он больше стал Украину посещать. Это его зона ответственности, он там больше и больше вот вкладывал в себя. Украина тоже приезжал в какие-то годы, несколько раз объезжали мы города. Нирвана с вами всегда ко мне относится, ну как сказать,
Но это чистая бхакти, то, что я получаю от него. Вот такие отношения у нас. Вчерашний разговор – это еще один плюс к нашим отношениям. Всегда это плюс. Как говорится, сознание Кришны, вы получаете то, что вам не хватает, и сохраняется то, что вы имеете. Это вот так и есть. Он уезжает через 15 минут. Преданные, мы должны проводить его. Поэтому тут остановимся и выходить, проводим. Негромким киртаном, чтобы соседи не удивлялись, хорошо? Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.